Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть четвертого ассасина. Да, мы в Насау, и давайте глядеть карту. Ну-ка, где у нас тут чего? Карта, да? Карта. Я, кстати... А я что-то припарил, я же вроде бы... Ну ладно. Я, честно сказать, не помню, на чем закончилась предыдущая серия, но я вроде бы с корабля сошел. Ну, хуй с ним, здесь так здесь, блядь. Итак, есть основное задание, погнали туда. Посмотрим, что нас там ждет. Оп, мужик появился, блядь, из ниоткуда. Из ниоткуда появился дядька. Насау. Так, там, ох, блядь, целая толпа, блядь. А что за собрание? Какая-то баба? Мы требуем переговоров. Каких нахуй переговоров вы требуете, блядь? Ох, блядь. Да будь я проклят. Георг устал от наших проделок. Что за тип? Капитан Вудс Роджерс. Не попасться бы ему на глаза. Желаем говорить с теми, кто называет себя правителями этого острова. Чарльз Уэйн, Бен Хорниголд и Эд Тэтч. Объявитесь, господа. Насчет помилования небось. Что это Хорниголд делает? Червяк трусливый. Что же вы задумали? Благодарю вас за радушие, капитан Хорниголд. Я полагал... Не путайте вежливость с почтением, губернатор. Я согласен вас выслушать. Но не тешьте себя иллюзиями. Хорошо сказано. Такой честности я не ожидал ни от кого из пиратов. В свою очередь отнесусь к вам с уважением. Вот увидите, губернатор Роджерс. Эти крысы еще покажут зубы. Ну же, коммодор Чемберлен. Я дал капитану Хорниголду слово, что мы будем беспристрастны. Это вам не поможет. Такие, как он, пятно на репутации его величества. Опухоль для нового света. Король хочет истребить их, скажем прямо. Это городская площадь? То, что нам заменяет ее. Не слых. Здесь грязно, как в конуре. Капитан Хорниголд, созовите людей. Рэхэм, Вейн, быстро к губернатору. Прихватите Бёрджеса и Кокрема. Обыскать все! И не церемоньтесь с этим отродьем! Да, но король не преуспел на всем поприще, верно? До сих пор все попытки были тщетны. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны уважать их. Блять, какая толпа большая, а сука. Дорогу эмиссарам короля. С дороги, отродье! Живо! Мы ведем переговоры с теми, кто правит этой общиной. Остальные могут продолжать заниматься своими обычными делами. Ну же, прочь! Коммодор Чемберлен, проследите, чтобы всех купцов, каменщиков и плотников собрали и привели ко мне нынче днем. Нам нужно будет восстановить эту крепость. Нужно изъять оружие, губернатор. Объясните этим пиратам раз и навсегда, что...
что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не следует настраивать людей против нас. Мы лучше вооружены, однако нас могут взять числом. Да блядский рот, нахуй, что ж такое? Куда ты полез, блядь, Эдик, нахуй, твою мать, а? Затопим все корабли, что ходят не под флагом короля. Поступим иначе, покажем им свою слабость. Замолчите! Я губернатор на службе у короля, черт вас дери. Поэтому все решения остаются за мной. Вам это ясно, сэр? Да, сэр. Все предельно ясно, сэр. Чуть, блядь, не запалили, нахуй. Ой-ой-ой. Новая задача. Спрячьтесь, блядь. Я спрятался вообще-то. Тут не пойдет тут прятаться. Так иди куда прятаться-то? Вот наши позиции, коммодор. Все готово. Губернатор Роджерс считает, эти глупцы чего-то стоят. Какой вздор. Вернитесь на пост и ждите приказа. Ну и чё? Что-то я на самом деле не очень понимаю. Что происходит? Мне надо туда, что ли, спрятаться? Там, на ту территорию? Спрячьтесь, блядь. Вот, наконец-то, блядь. Проникните, убейте стражников с уступа. Проникните в форт. Форт я проник... Блядь, ну зачем дождик-то пошел? Ёб твою мать, а? Форт я сейчас проникну, я даже помню, как это делается. Благо, мы туда проникали. Как-то раз. Ну куда здесь вот? Сейчас проникнем. Это не так сложно на самом деле. Тут только солдафоны отходят. Тут же в саму башню можно как-то залезть вроде бы, да? Во! Я ж помню. Вот память, блять, а? Куда ты пошел, дядя? Ёптвою. Иди погуляй там вон, на улице. Давай. Ну, сука, не хочет гулять. А, блять, тут нет, еще не все. Так, нам надо туда наверх. Ой-ой-ой. Так, стражник с уступа. Куда ты, блядь? Ёб твою мать, я ж напугался, ну. Я свистнуть хотел, а он отпустился. Вот так Эдуард. Вот так ничего себе, блядь. Сейчас будут. Просрали, блядь. Винтовка как лежит, блядь. Меня же не видит он, да? Всем документам обещаю, что в случае, если всякий из названных пиратов до 5 сентября 1718 года от Рождества Христова даст любому из министров Его Величества и украсть Великобритании Чемберлен... Ирландии, чемберленские документы, блядь. Так, с уступ-то это, блядь, конечно, хорошо. Таким образом, надо как-то нам это пират, все поспокойнее пират, сделать. Дядя, иди сюда. Иди. Получит, иди сюда. Королевское помилование за все нападения. Что за хуйня, блядь, было, я не понимаю. Января года, следующего за нынешним. Эй. Сим королевским документом. Сейчас вот вообще не понял, блядь, на самом деле. Всем адмиралам, капитанам и другим морским чинам, всем губернаторам, командующим фортами, замками и другими укреплениями в заморских колониях, и всем офицерам и государственным служащим, не колеблясь, брать в плен тех пиратов, что откажутся или не пожелают сдаться.
Доступно улучшение. Не, прикиньте, блин. Я, короче, сидел вот и... Хуйне. Я думал, сейчас я его захерачу, блядь, а? А нет. Почему-то не сработало. Ой, не сработала эта штука-то, блядь. Он обычно выпрыгивает сам из этой... Из сеновала, блядь. И как бы все делает сам. А тут нет. А тут, блядь, я тыкал, блядь, на кнопочку. И нихуя. Что за ебаный рот? Так, у нас колокол есть. Уступ я там одного, правда, не ебнул. Ну, блядь, что ты, нахуй? Давай, повредим колокол тоже. У меня типа того заметил, что ли? Ох, блядь, здорово идет, блядь. Ну, ходи сюда. Надеюсь, он тоже не услышал, блядь. Так. Здоровых мочить, это хорошо. Сука, еще один. Двое. А где второй? А, второй за ним. Ну что вы тут, блядь? А, вы проверяете, а кусты вы не проверяете, да? Кусты вам не нужны. Судя по всему. Там есть где спрятаться? Есть. Блядь, ебаный дождик, блядь. Сука, что ты их там до хера? Бабочки улетают. Оп. Примите королевское помилование, господа. Обдумайте все, прислушайтесь к голосу разума. До того времени вы все пленники на Насау. Как ни прискорбно, но королевское помилование – ваш единственный шанс. Губернатор слишком добр к вам, червяки. Передайте своим. Если не примете помилование, мы сотрем этот городишко с лица земли, а всех вас вздернем к чертям. Тихо, коммодор. Мы глашатые, а не палачи. Пока. Благодарю, сэр. Храни вас Бог. Я думаю, для нас это знак свыше. Примем помилование и сохраним остатки ну чести. Ну нет. Я ни за что не сдамся этому хлыщу. Не глупи, Вейн. У нас была редкая возможность, шанс из ничего создать свое правительство, которое возглавят те, кто прозорлив. Прошло 2 года, и что? С меня хватит ошибок. Он дело говорит, а вы боитесь признать. Адьё, вы чертовы пропойцы. До встречи на плане. До встречи в аду, глупцы! Мне нужно выпить. Засали, суки! Ай-яй, блядь, вот эти вообще настоящие мужики, а те ссыкуны ебучие. Так, блин, не убил я еще одного с уступа, да и хуй с ним. Что делать-то, блядь? Итак, есть заданица, еще одно основное. Надо нам для начала выбраться хотя бы отсюда. И где у нас? Ну-ка, давай глянем карту. Что там у нас осталось-то? Капитан порта. Так, тут заданий вроде никаких нету. Не проебать бы, блядь, какое-нибудь задание, я вот про что. Какое-нибудь ассасинское там еще, блин, ведь так сейчас хер увидишь ведь. Придется, наверное, каждый остров вот так вот шманять. Так, тут все у нас открыто, да. Хотя, с другой стороны, они бы желтенькими, наверное, не были, правильно? Но ассасинские задания не считаются, блядь, за основное. Чинчорро. Ассасинские задания. Хм.
Ассасинские задания. Да нет, я тут все уже сделал. Как бы. Стелла Майт тоже хуй знает. Тут все мы, блядь, собрали. Не все ли? Ох-ох-ох-ох. Есть еще легендарные корабли. Мать их. Я, кстати, не очень далеко от одного. Я даже, блядь, боюсь попытаться выебнуться на него, на самом деле. Штука страшная. Так, давайте-ка я съебусь отсюда как-нибудь, блядь, побыстрее, да. Эх, блядь. Как-то. Да спокойно, спокойно, блядь. Мужики, ничего не видели, блядь. О! Ничего не слышали. Все! Погнали на основное задание. А вы что тут стоите, блядь? Ну, на легендарный корабль... Блядь, я... Обязательно попытаюсь на него выебнуться, блядь, хотя бы на один. Я уж не говорю, что там сколько это... Три или два ли... Нет, по-моему, три. По крайней мере, те, которые сейчас видно. Заданий-то больше нет. У нас, по сути, только вот сундуки осталось собрать. Да, анимусы эти ебучие. Пороховой заговор. Надо же. Вот Иуды. Тошнит, как подумаю, сколько раз омирился с этим самодовольным трепачом Хорниголдом. А вы человек принципа, капитан Хорниголд. Полагаю, вам я смогу доверить мои планы. Справимся, Чарльз, надо верить, и честь сохраним. Вот это вера. Поделишься своим планом? Покинем Нассау, это очевидно. Уйдем в ночи, перегруппируемся в бухте. Так, и дальше что? Англичане разгрузились на берегу. Нам надо украсть пороху и смолы. Сделать брандер. Да направить его на блокаду, разнеся ее к чертям. Ага. Возьмем корабль Рекхэма. Капитан он аховый. Моя совесть чиста. Ладно. Значит, ты иди за порохом, а я достану смолу. Так, убейте четырех стражников одной серии убийств. Украдите бочки с порохом. Четыре бочки надо украсть. Слушайте, а еще я что забыл? Нам надо тряпки продать. У нас куча тряпок. 2000, блядь. Накопили. У меня уже другие не убираются просто-напросто. Куда я, блядь, бегу, интересно? Где ближайшие? Ближайшие как раз у нас... Слева. Где-то здесь. Ох, блядь. Простите. Простите, а как туда пробраться? Через верх только получается. Ну, бляха, давай, погнали. То есть попадаться, я как понимаю, нельзя вообще, что ли? Ну чё ты, блядь, Эдуард? Твою мать, куда я нахуй тут? Hold there! Кто там? Четырех надо убить, да? Давай, бляха-муха. Сейчас захерачу. Блядь, я не вижу ничего. Что там происходит? Ну да, сука, этот с топором хуила, блядь. Да, блядь, твою мать. О-о-о. Хорош топором-то махать, блядь, дядя. Эх, ой, кинул гранату, сука! Ну-ка, ну все. А, еще двое бегут. Блять, вот вам нахуй не имется-то, а? Ведь могли бы жить, а? Спокойно. Там охранники вот стоят двое, блядь, мне вообще похер, похоже.
Дальше охраняют. Так, порох. А где пиздануть порох-то? А, типа, ничего себе. Да ты чё, блядь? Тут целая шахта, оказывается. Или я, может, её видел? Забыл. Куда он делся, блядь? Хуёная. Юда, стоп! Ага. Куда? А, во, порох-то, смотри-ка, есть. Это бочоночки такие. Ну, бери. Так, порох есть один. Один порох есть. Давай смотреть, где дальше еще один. Так, во-первых, тут два кента стоят, блядь. На нахуй. Во-вторых. Где ближайший-то? Что-то я не понял, погоди-ка. А, их нихуя себе. Тогда сюда пойдем. Вот так вот сейчас проскочим. Порох. Надо, бляха-муха, нам продать. Ой, порох, говорю. Тряпки продать надо. Тряпки надо не забыть. Потому что мало ли сейчас на какой корабль будем нападать. На легендарный, блядь. А там тряпок, блядь. Да ебаной матери, на. Ну, суки, и тут стоят, блядь. Лестница королевы. Что за лестница королевы? Ну-ка. 65 ступеней, вырубленных прямо в известняковой скале, соединяют город внизу с укреплениями выше. Ступени прорублены рабами вручную в 1773-1774 годах в отвесной стене из известняка высотой 102 фута, 31 метр. Приписка. Была там во время медового месяца. Жаль, что период не соответствует нашему виртуальному опыту. По местной легенде, ступени выбиты во славу правления королевы Виктории. По ступени за каждый год правления. МЛ. Фигня, королева Виктория в 1774 году еще не родилась. Вот именно мне. Они знали. В любом случае, клевое место надо использовать. Не смейтесь, не смейте мухлевать с датами. Идите нахуй, вот этот, блядь, какие-то переговорчики вот эти сраные, блядь, мне ничего не нравится. Так, давайте сюда, идите сюда, два дятла, блядь. Так, один дятел есть. О, ты, блядь, крепкий, нахуй. Ой, еще тут было, прибежали, блядь. Живой щит там надо было сделать. Сейчас по мне пизданут, а по мне пизданут. Так. Ух ты, блядь, как выскочил, ух ты, блядь. Эй! Ух ты, волк позорный, блядь. Ну-ка нахуй. Так, еще один там бежит, да? О, блядь, выебываться еще будет, нахуй тут. Хуило. Так, тут двое, да? Там на башне, блядь, меня сейчас засечет. Люди готовы. Эй! Ну, под нахуй. Вообще круто получилось. Так, где бочка? Бочка с порохом есть. Как долго он их крадет? Взяли, да? Две бочки с порохом. Отлично. Мы просто пробежим там, блядь. Не будем. Так, нихуя себе, быстро пробежим. А если вот так сделать? Эх ты ж, блядь, там с вышки захерачат. Пидор, блядь. Оп. А вы так сможете? Интересно знать. А они так не смогут. Ладно, идем дальше. Еще одну, еще две. Пизжу. Еще две бочечки сейчас мы украдем. По бырику. 50 метров. Блин, да что, какие территории тут огромные. Ой-ой-ой. Я имею в виду запретные вот эти вот. Так, один готов. Второй. Я тут в кукурузе, блядь. Мне как-то меня...
как вообще меня можно увидеть? Так, где там шнайпер-то, блядь? Что, съебешься оттуда, блядь? Нет, нет, нет. Не видишь, он не видит меня. Или видит? Уже видит. Ох ты, сука! Давай залезай, блядь. Откуда появился, блядь? Непонятно. Ну ладно. Там колокол, в колокол херачит, блядь, да, дядя? Пошел нахуй отсюда. Достучался, блядь. Так, еще один там. Они не понимают, блять, откуда. О-о-о, дядя, блять, офицер, блять, пошел отсюда. Пошел он отсюда с моей вышки. Так, перезаряди, блять, там стрелок, сука. Эх, бляха. Не достаю, да ты что, блять? Вот так достаю. Ну-ка, полево, ну лезет, лезет. Ну-ка, нахуй отсюда. Все уж, блядь, всех перебили, блядь. Так, три пули у нас собраны, да? Ой, заряжены, в смысле. А где порох-то? Порох далеко. Да ладно, блядь. Хуя ты, дядя! Давай, давай, давай! Ты дерзкий, блядь, поступ! Сука, два здоровых, блядь, бегут! Проблем, блядь, с этими здоровыми! Так, ну хотя... Ох-ох-ох! Ничего себе ты выдал, блядь, мужик! На тебя, нахуй! У меня еще пистолетки есть! Во! Так! Колокол поврежден. И мы с вами берем. Вон там стоит, стоит, блядь, такой. Притаился, блядь. Что? Что? Тут еще кто-то был, что ли? Сука. Тут склад, кстати, был. Давайте крадем порох. Есть порох. Перезарядим пистик. А, это чучело, блядь. Я думал, солдат. И последний у нас. Последний бочонок. Сейчас как-то тут надо нам. Опять же, поаккуратней сыгрануть. Ага. Иди сюда, мужик. Иди, иди, вот здесь я. Что там за хуйня? А что это? А, они тренируются, типа. Что это? Что это было, блядь? Простите, нахуй. А что за ебаный рот? Я вроде стреляю, нажимал. Выстрел, блядь. Идиот, блядь. Обожаю живой щит, блядь. Так, спокойно. Не надо, не надо. Блядь, пидор какой, а? Да проще тут на трусик зарезать к хуям собачьим и все. Так. И у нас вон там еще два здоровых быть стоят. Да они нахуй не нужны, правильно? Задание выполнено. Ничего я тут не сделал. И похер. Погнали дальше. Солдафонов уже нету. А я хотел их зарезать. Так, а что тут происходит? А, тут у них... Типа стрельбище. Типа тренировка, блин. Хорошо, смотрим дальше. Где у нас тут чего?
Блин, меня не покидает ощущение, что я что-то проебал. Что-то я где-то проебланил, блядь. Да я тихо. Где тут, блядь, нет нихера вроде. Я проебал, наверное, где-то ассасинские задания. Очень бы не хотелось их проебывать, на самом деле. Это уже достаточно интересно тоже. Интересно, интересно. Хуй её знает. Не знаю, короче. Так. У нас тут чего? У нас тут есть. Погоди-ка. Мы сейчас забежим тогда. Это у нас что такое? Капитан Порта. Лавка смешанных товаров. Мы, может, сейчас в лавку смешанных... Хотя нахуй нужно с другой стороны. Сейчас мы там в порту зайдем. Поближе будем к порту. Там и лавка есть. Я... Там же пистолеты какие-то нам дали, золотые, блин. Надо посмотреть, что за пистолеты. Может, хорошие, блин. Может быть, хорошие пистолеты. Ну и что тут? Избавиться от командора. Парни, шустрее! Чёртова пенька! Лейтенант! Есть! Командор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам все ясно? Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Правильно все сделал, блин. И где он? А, еще сначала выследить надо. Он тут встал, блин. Убивать стражников из зоны слежки. Бля, как их там много. Спокойно, а мы тут обойдем. Мы с донесением для командора. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберлин, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, командор невысокого мнения о местных. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит, или даже католик. Что еще хуже? Блять! Ну сука ты тупая, блять, а? Да выпрыгни ты из этой хуйни! Пиздец, блять. Просто, блять, я поражаюсь порой. Над этими чуваками, блядь, за которых играю, блядь. С первого ассасина, блядь. Ну, я понимаю, что физика достаточно сложная. Но почему в Ларге Крофт все это работает, блядь? Я вот про что. Там, в принципе, то же самое. Лазишь по стенам, все дела, блядь. Но там это нормально работает все. Как бы. Мы с донесением для коммодора. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберли, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местных. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит. Или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. Ведите тех двоих. Спокойно, сейчас подождите. Вы за нами, вплотную. У коммодора есть работа. Есть, сэр. А, мне туда надо идти. That from an Abenaki who decided they got too much the better in exchange.
Итак. Я слышал, коммодор крыл Роджерса, на чем свет стоит. Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи губернатора. Он бывает непредсказуем. По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. Last I heard, he was fixing to head back to Era. For a time, at least. He's convinced they want his head. And that's worth more to a man than... One would suppose the Watchmen are employed to put an end to such... Чуть было не проебал, между прочим, я этот момент-то. Так, стража? Блях, а что тут делать? Stop you! Нет, 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 где эти пидоры, блядь? Ну вон они, нахуй. Нет! Я проебал, блядь. Ну неужели сначала все это начинать надо? Дайте хоть контрольную точку какую-то. Ну. Нет, есть. Это уже, блядь, сверхнаглости какой-то, блядь. А хули сделаешь-то, блядь? Давай, давай, иди сюда быстрее. Здоровый, блядь. Ну. Подошел быстро, блядь. Все, три из трех. На позиции. Снимаемся с места по приказу коммодора. Блять, там этот хуйло здоровый стоит. Ой-ой-ой, чуть не просрал. Hold him up. Да тихо ты, блять, твою мать, а, сука. Эй-эй-эй! Ведь на туре чуть было не просрал. Спокойно. Эти, блядь, стелс-миссии. Так, Чемберлена надо убить, да? Ах ты, сука, он на корабле, блядь. Чё ты там мычишь, блядь, хуево? На корабле... Ну, он очень далеко, мне по-любому надо к нему как-то... А, во! Тут он специально сделан. Можно на этот галеон-то залезть. По старым вот этим кораблям, корабликам, развалинам. Так, Чемберлен, блядь. Член Берлен. А может тебя по красоте сделать? Блять, 6 дротиков всего лишь осталось. Сука, не достаю, блядь. Под член Берлена. Не, не достану. Там их народ-то немного, блядь, на самом деле. Надо просто... Куда ты, блядь? А ну, ох, Эдуард, блядь. Ох, Эдуард. Сегодня, блядь, Эдуард в ударе, я бы сказал. Сомневайтесь в благородстве нашей цели или не одобряйте, что я нарушаю, так, где тут кто, мой приказ губернатора. Предлагаю тут же сойти на берег. Я вот правильного замочил-то, блядь. Нет?
Прыгай, блядь! Все, Чемберлен, блядь, обречен. Безумие, безумие, ну, залезь ты, еб твою мать! А королевское помилование, коммодор? Что же стало с верой в честное слово? Совсем умом тронулся? С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся! Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс, я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк! Всех вас! И сдох, как крыса, блядь. Так, убейте Чемберлена в воздухе. Не получилось. Я не старался, блядь. Да я не собирался, как бы. В каюте капитана доступны улучшения. Что там, блядь, за улучшения? Эти... штурвалы, что ли, всякие, да нахуй не нужны. Сейчас надо посмотреть. Во-первых, что здесь есть. Где у нас задание? Запретная зона. Ну какого хуя на запретной зоне? Да их нихуя себе. Запретная зона большая. Задание прям. Прям на берегу. Кстати, давайте портанемся. Так будет проще. Что? Как недоступно, а почему? В запретной зоне нельзя протонуться, я так понимаю, да? Это очень печально. А из воды? А если я вот сюда вот выйду? Здесь же нет запретной зоны. Ну-ка. Сейчас глянем. Да как, блядь, недоступно? А почему, блядь? Я же задание-то сделал, нет? Оно вроде закончено, как бы. Ты хуй знает, как это работает. Ладно. Сейчас выйдем отсюда. Ну, просто туда бежать, блядь, достаточно долго. Я вот про что. Но другого варианта нету. Других вариантов нет вообще. Я бы так сказал. Хотя, блядь, не так уж и далеко. Не так уж и далеко. Бежать не такой большой этот Нассау. Да в то время городов-то особо больших не было. Если уж там какой-нибудь Бостон, блядь, может. Кладбище. Давайте-ка мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас тормознем. Блять, ну Эдуард. Зачем ты так делаешь? Где-то магазин, блять, рядом есть. Ну-ка глянем. Вот капитан порта. Во-первых, нам надо сходить к нему. А потом за пистолетами золотыми. Ух ты, как перемахнул. Но, где он? Вот он. Но, все это делать мы будем уже в следующей серии. Хорош на сегодня. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.